Привет, дорогой зритель! Давненько не виделись, хотя нет, виделись недавно. Ну как, харю мою было видно. А, ситуация какая, обещался сделать обзор на телефоны, на 5-й, на 10-й. В общем, там сейчас пара споров и так далее и тому подобное. Ну, в общем, немножко не до этого. А две сделки достаточно сложные, сейчас там по ним идет выход. Плюс там с коммерческими помещениями кое-какие заморочки. В общем, ну вот, плюс ребятенок затемпературил. Просил точки горячие закрывать. О, кстати, про видеорегистратор. Два уже видеорегистратора у меня, про которые надо сделать обзоры. Вот, и что-то вот все как-то руки не доходят. Не доходят. Зато будет конкурс. Досмотри до конца видео. Описание конкурса, механика конкурса. И, в общем, будет чуть дальше. Есть радость небольшая. Мы, наконец-то, с супругой не забыли о том, что у нас годовщина свадьбы. Мы забывали 5 раз подряд. Вот на 6-ю годовщину свадьбы мы вспомнили. А тут ребенок затемпературил. В садик не пошел. Ну, в общем, ладно, что-нибудь, может, вечером придумаем. Значит, конкурс. Ну, не потому, что на самом деле 10 тысяч подписчиков, а, ну, так, в целом, группа во ВКонтакте, чтобы, ну, там, что там, 2 с небольшим тысячи во ВКонтакте, 10 тысяч на Ютьюбе, ну, как-то это неправильно, надо группу во ВКонтакте тоже набирала, чтобы количество подписчиков, и поэтому периодически будут делать конкурс. Конкурс будет иметь следующую механику, будет голосовалка. В этой голосовалке будет какое-то количество предметов, которые вам надо будет выбрать, то есть проголосовать. Ну, там, например, в этот раз 3 предмета от Xiaomi. А вы голосуете и являетесь подписчиком группы и делаете репост, ну, собственно говоря, этой записи. А далее там в какой-то момент я говорю, все, хватит, да, мы смотрим, какой товар по результатам голосования занял 1-е место, и именно этот товар будет призом. А включается программка, которая там выбирает среди подписчиков и тех, кто сделал репост, того, кто победил. И, соответственно, я с ним связываюсь, говорю, друган, либо подруга, ты не скажешь. В общем, говорю, дорогой подписчик, либо подписчица, да, вот ты как бы победил, пиши свой адрес, фио, телефон получателя, и единственное небольшое уточнение, это все дело будет заказываться сразу на мои личные деньги из Китая, и будет какое-то время идти, ну, там, трек предоставлю, все это дело будет видно. Придет, ну, там, опять же, там, отзывы сделайте, там, получил товар, товар прикольный, плохой, там, не знаю, что-нибудь в этом духе. Вот, сделаем все это дело регулярно, так как первая голосовалка пришла к тому, что, ну, там, средний ценовой сегмент, поэтому где-то там в среднем в районе $20 будут призы, собственно говоря, иметь место для розыгрыша. Если вдруг там с китайцами какие-нибудь там коллаборации я в итоге сделаю, то, может быть, что-нибудь там и покруче будет. А у меня, ну так, на минуточку и Lenovo Fab, помнится, разыгрывался. Ну, в общем, поживем, посмотрим. Скоро про панду, надеюсь, вам расскажу наконец, да, что это такое, с чем его едят. Это касаемо раз. Расскажу вам там про спор с пандой, спор с китайцем. Вот, в общем, ну, с Алиэкспресс они, хотя с пандой хрен его знает, это с китайцем споришь или с пандой. Сейчас на ворота вызову, чтобы открылись, дальше поехать. Посылку отправить, так, наверное, даже и не ездил никуда, по телефону бы все вопросы решил, но человечку надо посылку отправить, поэтому придется ехать. О, ворота открылись, все хорошо. Значит, заходи, внизу ссылка будет в описании, голосуй, да, в этом розыгрыше, что у нас будет призом, делай репост, становись участником группы во ВКонтакте, и, собственно говоря, вполне возможно этот приз выиграешь ты, ну, не в этот раз, так, значит, в следующем. Да, всем все, до скорых встреч, всем всего, ну, и не забывайте комментировать. Пока!